Сейчас мы с вами находимся на стенде Московской торгово-промышленной палаты. Здесь представлены члены гильдии организаций энергетического комплекса Московской торгово-промышленной палаты. Мы представляем компанию Intel Engineering, принимали участие в прошлом году и можем сказать, что в течение года мы добились существенных успехов. Вот. Наше оборудование, оно не уступает мировым аналогам, а зачастую превосходит их по своим техническим характеристикам. Мы привезли с собой наш макет, да, то есть мы взяли на себя смелость, в общем-то, показать нашим потенциальным заказчикам принцип работы нашего оборудования, что называется, вживую, да. Вот здесь вот на подстанции представлено наше оборудование, да, и его задача за доли миллисекунды передать сигналы от одной подстанции к другой. В случае, если, например, ударила молния, да, или, может быть, кто-то развел костер под линией электропередач, то есть срабатывает наше оборудование, его задача за доли миллисекунд передать сигнал от одной подстанции к другой, чтобы отключить основное оборудование, чтобы оно не выгорело, и перебросить наших потребителей на резервные источники питания. Но что же будет, наверняка вы догадались, да, произойдет, если вдруг мы не представлены, наше оборудование нет на подстанции, случилась авария. Блэкаут. Да, то есть вот, вот принцип работы оборудования. Добро пожаловать на наш стенд. А здесь представлен коллективный стенд Республики Башкортостан под эгидой Госкомитета по внешнеэкономическим связям и Центра поддержки и экспорта Республики Башкортостан. Здесь представлены 6 республиканских компаний по производству нефтегазового оборудования, а также по оказанию нефтесервисных услуг. Наша компания занимается производством уникального оборудования забойных телеметрических комплексов, предназначенных для контроля и оперативного управления траекторией бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин. В Республике Беларусь мы в первый раз. На данную выставку мы привезли уникальный модуль. На сегодняшний день в России аналогов нет. Он позволяет непосредственно над долотом измерять геофизические и технологические параметры в процессе бурения. Надеемся, что мы будем полезны для Беларуси и готовы к сотрудничеству. Вы сейчас присутствуете на стенде Тюменской области, где представлены наши предприятия. Непосредственно на стенде предприятия «Союзгазтехнология», «Тюмень-прибор», «Западносибирская группа компаний» и «Инновационные материалы». Наша компания расположена в городе Тюмени, называется «Инновационные материалы». Занимается направлением промышленной химии и сорбирующих материалов. Приехали на эту выставку с сорбирующими материалами, чтобы показать, что какие вещи мы производим. Это основные потребители нашей продукции. Это нефтеперерабатывающие, нефтедобывающие предприятия, энергетические предприятия, промышленные предприятия. Везде, где есть контакт с нефтепродуктами, с жировыми отложениями и борьбой с ними. То, с чем мы сюда приехали, это продукты, которые расщепляют углеводороды на углекислый газ и воду. И современные сорбирующие материалы, которые имеют большую степень сорбирующую способность. Приглашаем посетить наш стенд Тюменской области, который расположен в рамках выставки «Экспо» в футбольном манеже. Мы представляем группу компаний, из них два производителя. Один производитель электроприводов, второй производитель широкого спектра трубопроводной арматуры. Мы из России, город Чебоксары. Этот привод называется электропривод. Мы всем продуктам даем по названию нашей компании, это БИРС-12.0, электропривод четвертьоборотный для поворотной арматуры, для шаровых кранов и дисковых заборов. Вот здесь не модульный принцип, а модуль опционного наращивания функций. Ну и к нему снизу, это трубопроводная арматура, тоже нашего собственного производства и разработки. Отличительной особенностью является то, что у него патентованный затвор, который мы сделали таким образом, что он имеет свойство самоуплотнения. Чем сильнее давление, тем сильнее седло прижимается к диску, тем самым увеличивая стойкость к протечкам. Уважаемые посетители, приглашаю вас на стенд нашей группы компаний для того, чтобы вы смогли осмотреть наши новинки, осмотреть нашу серийную продукцию, чтобы наши специалисты смогли ответить на интересующие вас вопросы.
и мы смогли бы обсудить наше плодотворное, надеюсь, сотрудничество с предприятиями Республики Беларусь. 24-й Белорусский энергетический и экологический форум. Международная выставка Energy Expo с 8 по 11 октября. Футбольный манеж.